Вот в Омске активно готовятся к Дню города. Во дворе грязь, бардак, но зато бордюры побелены. Ну, как красиво. Особенно вот этот участок бордюра очень впечатляет. Интересно, а чем руководствовалась управляющая компания, когда просила побелить вот эту бордюрную часть? Да, впечатляюще выглядит. Здесь вот тоже сверху маленько грязью закрепили. Вот такая подготовка к городу Омска. По-видимому, администрация отрабатывает новую технологию. Очень так выглядит. Даже красиво нравится. Зато чистенько теперь. Красивый пейзаж. Ну, вообще это, наверное, борьба с водителями, которые ездят по газонам, таким образом ведется. Космический 19.